Это экспонаты военно-исторического музея Кременки. Кременки был основан ветеранами 49-й армии, изначально мемориальный комплекс, то есть в последующем это стал и музей. Здесь мы с вами видим котелок, найденный на позициях 60-й стрелковой дивизии 1283-го полка. Это кружка, найденная на позициях 415-й стрелковой дивизии. Это пулеметное лето от немецкого пулемета МГ-34, найденное в районе деревни Алухтово. Здесь также еще у нас присутствует ранец образца 1936 года, то есть посмотрите даже на сохраненность какая. Потом перешли на мешки туркменстанского типа, то есть вот на такие вот вещмешки, поэтому... Да, конечно, вообще замечательно, причем... Все самое... Ну, конечно, все самое необходимое. Пеналы для личного принадлежности. То есть вообще прям красота. Это не цена, это временное... Это хранение. Вот этот планшет был передан ветеранами. Ножницы австрийские и венгерские. Также, помимо этого всего, опять же повторюсь, это таблички, которые сделали ветераны, работники подшипникового завода, откуда в июле 1941 года уходили ополченцы, которые в последующем стали из 1-й дивизии народного ополчения Москвы, стали ветеранами уже 60-й стрелковой дивизии, которые здесь в огромном количестве, да, понесли потери. Здрасте. Это масленки. Одна масленка под ППШ, другая масленка под винтовку Мосина. Это пенал для чистки винтовки Мосина. То есть как бы здесь у нас идет затирка, щеточка, отвертка. Боец взял, винтовочку быстренько разобрал, все почистил, все смазал и отправился в путь. Что же не было с немецким вооружением? Немецкое вооружение все нужно было доводить до ума и отправлять в основном на ремонт в мастерские, по большому счету. Это граната F1, это граната М39. Яйцо в простонародье называется. Даже может посмотреть, в принципе, форма у него сохранилась. Ну, естественно, немецкая. Это немецкая, да. Разрыв у нее 20 метров всего лишь только радиус положения. Это саперная лопатка, соответственно, да. Винтовки, патроны закончились, находишься в окружении, взял лопатку и погнал на немца в атаку, так сказать, по большому счету. Это финская масленка. Помимо всего, конечно, стальной шлем 40 еще здесь располагается. Фонарик офицерский РККА. Тоже найден был на чердаке. То есть посмотрите, какое сохранение у него.